могущественное заклинание. Да-да. Смотри, Дар, кстати, стал Б. Внезапно. Чего? Все, работает. Снова пришел домой в 8 утра. Как Архимон проводит свой день? А в 8 часов я просыпаюсь. Иду домой. Завтракаю. Someone get a haircut. Someone get a haircut. Да, я постригся. Чё теперь? Ну, смотри, видно их на земле. Не сильно помогает, конечно. Сдали. Обманочка была. Ого! Это как ты так меня сбил-то? Все? А кто здесь живет-то? А, блять! Воу! Это кто? Нихуя себе. А ты, может, встанешь? Алло. Едрить у него там дамаг. Да, они друг друга воскрешают, короче. Окей. Дай уйду, дай уйду, дай уйду, дай уйду. Дай уйду, дай уйду, дай уйду. Да, блять, вы заебали, мелкие пиздюки. Где они? Да ты что, угораешь? Все, последний, надеюсь. Да, блядь. Больше оно знаменитый 30 секунд Triple Age. Вот, вот они. В этой игре прям. Можно я уйду? Ты не заебался еще, алло? Да он заебал. Что у меня экипировано-то, я не пойму. А, я на силу поставил. Лол. Давай на живучесть поставим. Какое оружие? Ну, найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Вот так вот сделаем. Мент в метро разбудил наконечный. Ого. Не забрали хоть? Как ты, блядь? Как? Как ты, блядь, оказался в метро в 8 утра? Наконечный, еще спящим, блядь, что? Я живу наконечный. Чуть-чуть не доехал, походу. Давай.
только попытался убежать, и он сразу, блядь, вылез. Ну, конечно. Кстати, да. Все-таки дает эта броня к защите. Что я смотрю, 49. Вроде 39 было. Это, по-моему, нихуя не помогает. Не, помогает. Я тебе говорил, алерта не работает. Спасибо еще за хост. Здрасте, здрасте. Я пропустил все сегодня, но ладно. Ты слишком долго тянула. Я не смог. Да ну, блять, опять, да? Жахни ему, жахни ему! Успей, 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 успей уйти. Хорошо. Завалено. Дай цвет дракона. А я таким рейдером, нет никого, кто не хочет писать. Ехал на автобусе, там уснул, проснулся прямо перед станцией, пока выбегал из автобуса, ноги чуть не сломал. Ёпт. Жесть. Рыцари и мели, которые еще с копьями стреляют. Вы прибыли в Ваннор? Ага, хорошо. Жопу корги, которую чё? Это сам сумрак. Не надо ссылки кидать в чат. Ну и чё, ты, Жень, прошла их? Этих... Для пацанов. Не, я устал. Неудивительно. Знаешь, как там весело на НГ++? Ой, веселуха. Поднимаешься на балкон, просто стрела такая в тебя пролетает в щит. Просто как бум! И тебя так назад, тихонечко, в пропасть. Да, с моего разрешения можно ссылки. Я даже не понял, что меня просят. Что скидывает, уже он скинул. Двадцатька. Какое оружие ты хочешь? Так, мы чё качаем вообще? Ну хорошо. Корит? Магическое заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. А да. Могущественное. Даже модером надо спросить. Верно? Могущественное заклинание. Все верно. Понадобится. Thank you.
Что-то даже накинуть нечего. Такого, чтоб посерьезней. А что, можно скинуть фото? Как вы? У меня спросите. Можно я ссылку кину, например, вот так? Я такой, кинь. Померла так дважды там. С почином, как Валер говорит. Спойлерили. Так, а чё, подожди, чё я ушёл-то? А где? Не понял. А где... Не понял. Чего? Так, а здесь-то кто? Сатана. Мы сатану убили. А, это сатана тот, который это. Там у него толпа дебилов с ним вместе. Нет, спасибо. К этому мы пока не по... К этому мы пока не готовы. Нет. Этот парень слишком хорош. Здесь все. А я жду босса этой Локи, а которого из двух. Говнари. Да, можно. Я сказал, можно. Так, вот тут меня сейчас будут иметь, возможно. А я уверен, что я хочу сюда сейчас идти. То есть у меня какие варианты? Тут големы, которые... Бля, нет, подожди, стоп. Я не согласен. Куда ты пошел? Зачем? Куда? Стой, вернись. Назад. Вернись. Это любимая часть, короче, для Ища в этой игре. То, что в меню, короче, пальчиком в писечку тыкает. Смотри, смотри. Нравится. О, да, нравится. Бум! Видела или видела? Ты кто? Ты что, женщина? Сумрак женщина? Почему такой ник? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Как догадался? Ну, вон там написано. Я видела. Я смышленый. Ого! Ого! Это чего? Чё такие мощные-то, алё?
Не, в смысле, сумрак. Так, ну что, придется пацанов пилить по одному. Раз они тут это решили. Ни хрена себе. Пацаны пронеслись. Это что было-то? Ау. Тихо, пацаны, 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 пацаны. О боже. Это будет интересно. Это ваш начальник? А он суров. Есть курить! 3700 толчком. Три семьсот просто. Бабах нахер. Так, к этому пацану мы тоже пока не пойдем. Что-то он больно это. Так, подожди. Хочу в корейскую забегаловку. Ой, в жопу корейскую забегаловку. Ты мексиканскую кухню пробовала? Я вот нет. И чё? Так, есть в Питере мексиканская кухня? Кто меня накормит? Так вот, так вот, буррито, буррито. Ты заранее уточняешь? Да. Мы что, в Питер едем или нет? Демон огня. Кто такой демон огня? Мы его уже побеждали. Он был ни о чем, видимо. Химера. Кто такая химера? Когда едем в Питер, надо билеты покупать. Ну, не знаю. Там говорят, что-то октябрь какой-то. Хочу до Питера кое-куда сгонять. До Питера еще куда-то? Ты че там это слышишь? Бизнес? Ты че? На более раннее время. То есть еще есть вариант, что мы можем в Питер и в сентябре, что ли, махнуть. Так, кто такие химеры? Это вы? Окей. А кто у вас начальник? Кто у вас начальник? О боже. О боже. Хритани его хорошенько. Бэм. Чешуя дракона. Ох, мать. Кирка кончилась. Приятного аппетита, Феонор. Ты Рике напиши, чтобы ночевку забить. Я? Я буду жить на вокзале, ты чё? Там говорят, это...
что вкусное продается. Я пропустил, что продается на московском. Или это в Москве. Я пропустил. Чего тебе? Ну хорошо. Ну хорошо. Ну все, будем там жить. В Питере лучше не ночевать на вокзале. Ну, мам. В любом городе лучше не ночевать на вокзале. Профит. Нельзя, да? Ну, иногда приходится. У нас тут есть неподалеку Тверь, замечательный город, но, к сожалению, после 10 часов вечера из него нельзя уехать. В сторону Москвы, допустим. Какое оружие ты хочешь? Очень увлекательно. Что я хочу? Я хочу больше брони. Есть вариант еще там брони сделать? Ну хорошо. Или я крит все еще хочу повысить? Зачем мне? Ну хорошо. Какое оружие? Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Петфрикс. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Понадобится много метрила. Не-не-не. Просто с 10 часов вечера до 4 часов утра это уже считай ночевка. Это уже считай ночевка. Дар поранее, сфера. Копье, квант, взрыв, молния, ужас, ящер, гоблина, так, гром, меч огня, тьмы, страх камня, что это такое? Удваивает повреждение, вызванное критическим уроном? Чё? Подожди, крит в два раза больше становится? То есть, если я найду оружие, у которого крит 8, накину вот это, получится крит будет 18. Подожди секунду. Мы даже можем одноручное попробовать сделать. Двести десять крит, охренеть. Сот. Маленький. 8. Здесь 15. 1000. Да я могу ему так сделать, смотри. Посмотрю хотя бы, что будет. Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Я всегда был молодой. В Чехове чуть не остался так. Бывает. Я тоже. Как раз в Твери. Ну хорошо. Смотри, страх оружия. Где был-то?
Страх камня? Ну хорошо. Бум! 9% увеличение. 9000 будет урона. Скорость А. Какое оружие ты хочешь? И у нас сразу, короче, есть этот. Хрень полная. Куда я шел? Топоры, пики, алебарды, посохи, мечи, ножи. Вперед в рукопашную. Титан. Боже. Я тут не был только что. Хорошо. Дубль 2. Или 1. В зависимости от того, был я здесь или не был. Тюрьма Титана. Чё за Титан-то? Я бывал здесь? Да тут чё такие чмари бегают мелкие. Слушай, ну нормальный крит. Бум. Мана для тела. Каждый раз, когда они говорят мана для, это значит может быть что-то отдельное. Это может быть что-то отдельное. Да я одного не хватило. Не пойду назад. Не пойду, лень. Я знаю, где можно 3000 взять. Одним разом. Так. Боже. Голем. Это ни к чему хорошему не приведет. Голем. Обычный? Интересно, голем-то. Голем, блин. Попробуем голем. Хотя я тут уже был, да? Мы его калечили в память о нашем воятеле. Тот, кто разрушит это, поплатится за это. Но они здесь не такие хотя бы суровые. Хотя вон тот, скорее всего, будет очень суровым. Пычи! Вот это, блядь, не к добру. Ты сейчас чихнул?
Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо! Давай, иди сюда. Ну давай, убьет он меня с одного удара или нет? Не убил. Это все, что ли? В смысле? Это все? Это реально все? Спасибо, спасибо. Спасибо, Блэзер, привет. Я почему-то думал, что статуи здесь стоят не просто так. Они вообще должны станить врагов. Страх голема. Страх голема — это элитная хрень. Так. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Максимальный уровень ЕЖ удвоен, максимальный ЕМ уменьшен вдвое. Это все? 8562 хп. Здорово. Чего? Подключение к аккаунту Bethesda в классических думах в интернатах стали делать мемесы. Чё? Ничего не понял. Чё стали делать? Кто? Что? 25 медальонов я тебе принёс. Забирай. Ты щелкунчик. Мелодия. Та-та-та-та-та-та-там. Та-ра-ра. 4 медальона. 4 последних. И один отдельный. Шлем небеса. Защита в символе небес увеличивает естественное восстановление ЕЗА. Максимальная защита от грома. Ну хорошо. Плавь. Какое оружие ты хочешь? В Думе появляется окно. Включение Bethesda. Я не слышал такого. Слушай. Ну хорошо, найди. А я вот щит не качал. А тут есть латы, между прочим. Ну хорошо. Ну хорошо. Между прочим, здесь есть латы. Ну хорошо.
То есть уменьшение дамага. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Специально для ребят. Специально для вас. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Специально по одному прокачиваю. Могущественное заклинание. Чтобы успели насладиться. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Санек, кстати, силой Марфы наносит заклятие, блядь. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. 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 Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Это все? Могущественное заклинание. Ай, мотыги нужно еще. Да, сейчас сделаю. Ну, ставим себе пока 8500 хп. Теперь, в принципе, я могу выдержать удар того пацана. Вполне себе могу. Что осталось? Остался червяк. Блять, червяк. Один удар. Да, он просто бил до этого больше, чем у меня был хп. Но он бил этот плечом с разбега. А без этого удара он не особо сильно бьет. Так. Че, попробуй к червяку сходить. Я не уверен, что это хорошая идея. Ну ладно. Драться с ним все равно придется. Ну, сука! Ханукин! Червяк. Червяки злые. Я бы сказал, это самый злой данж вообще. Ну, поэтому, собственно, я в нем и фармил себе экспу. Потому что они тут самые злые и самые продуктивно дающие опыт. То есть там поначалу, короче, убиваешь червяка, получаешь уровень. Потом убиваешь одного, получаешь уровень. Потом еще одного, еще одного, еще одного, еще одного, еще одного. Херак, херак, херак. И между делом 100-й уровень у тебя. А сколько у меня дамажит, я что-то не понял. По 135? Серьезно? В смысле, вы меня по 600 били, алё, блядь. Чё расслабились-то? А чё големы? Големы — это фигня. У нас есть дубинка против големов. Мы можем ей воспользоваться, если чё. Она их стан кидает. Они ничего делать не могут. Просто стоят такие. Главное подойти на безопасное расстояние. Сейчас будет самый веселый парень на деревне.
И если я не буду сейчас по полу кататься, то я зря сюда пришел. Сука, он сидит, да? Это он? Это он! Шуйхулут, блять, идет! Ух, блять! Я не зря сюда пришел. Ой, блять, веселуха! Ой, блять, веселуха! Я не достаю. Это навалю! Да я не достаю! Сука! Ну я же соскальзываю! Зачем я лечусь? Ай-яй! Не надо, пожалуйста, не надо. Ой-ой. 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 Ой, не надо, пожалуйста. Тихо-тихо. Парень, парень, парень. Парень! Пожалуйста! Спасибо. Да-да-да-да-да, нормально, нормально. Чуть, сука, не... Нет, не прижал меня с концами. Да ну как его? Да-да, отстань! Как я раньше попадал? И успевал убежать. Нет, 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 нет. Хорошо. Ех, нихера там с тебя нападало. Это 40 тысяч? Harvesters Under Attack. Этот дом чист. Тайны священного меча. А где там медальон был? Хорошо. Осталось... Сколько? Три? Три данжа? Или четыре? Да где тут выход-то у вас? Они запрятали. Какое оружие ты хочешь? 50 тысяч. Ну-ка, найди магическое заклинание, которое может... Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. В смысле, все? Это максимум? Плюс 5 только. А усиление защитного уровня щита. Усилит, соответственно. А что, что значит? Что вообще это значит?
Это снижение процента урона? Или что это? Ну хорошо. По 50. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Да давай сразу побольше-то. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Пускай будет. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ба-бам! Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Так, ладно, оставь это пока. А сопротивляемость чему? Ну хорошо. Ага, понято. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну хорошо. О, в два раза больше. Какое оружие ты хочешь? И плохо. Ну хорошо. Так, а чё я эти крова? Можно использовать как оружие. Уровень ЕМ удвоен. Это лепи. Ну хорошо. Ух нахуй. Дополнение прочности. Тьма, огонь, холод и гром. Ну, а вот это серьезная хрень. По 20. Ну, в каждую. Ну хорошо. Все ем в еже. Секунду. 8421. Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо, найди магическое заклинание. 8421. Ну хорошо. 8-5. Но она того не стоит. Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо. 100 хп прибавить себе. Заклинание, которое можно использовать как оружие. По-моему, проще вот это сделать. Ну хорошо. Это логично. Какое оружие ты хочешь? Ну-ка, найди магическое заклинание, которое может... Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Все? Только плюс один? Ну ладно. Молот гоблина, страх голема. Увеличивает вред големам на 3%. Ну хорошо. Сила плюс 6? Ну хорошо. Ну хорошо. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Если это мне может повысить удар, то это будет классно. Могущественное заклинание. 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 Да ну и все, да? Угу. Еще 5 нужно. Так, а что мы там? Максимально уровень удвоим, да. Удваивает частоту критических ударов? Ну, простите. Хорошо. 230%. Ну это нормас, нормас. Ну хорошо. Уровень еще удвоен. Так, ну чё. Остается 3 или 4 данжа. Получается. Осталось понять, где. Осталось понять, где. Кто остался-то вообще? Здесь все. Да? Зомби, голем. Да-да-да-да, это я все уже очистил. Окей. Чуть-чуть вверх поднимемся.
Ну давай по очереди. Здесь голем. Вот как раз то самое место, которое сложное. То есть здесь есть два голема. Тот голем, видимо, был не очень сложным, а вот этот голем даст прикурить. Если будет тяжко, я просто вернусь, переделаю булаву под этот. Ой, в смысле... Ну ты смотри. Ну ты смотри, а я нормально прокачался-то, да? Смотри. Раньше-то они поскольку били? Раньше они что-то херачили меня по 400, что ли? В прошлый раз. Это когда было? Полчаса назад я приходил сюда. По 400, по 800 они били. Теперь херак, короче. Ага, сейчас. 7, блядь. Так, а вторую засчитали мне, что я ее открыл? Нет. Придется и этих тоже завалить. И причем, что-то они как-то, знаешь, они меня даже не станут. Ну, посмотрим, как у них главнарь будет себя вести. Тут, по-моему... Босс странный. Сейчас узнаем. Что здесь делают вообще? Гарпию? Что они здесь делают? А, вот, да-да-да-да-да-да, вот это я помню. Давай лучше сначала гарпию убьем. Он тут один, этот голем, но каждый раз, когда его убиваешь, он становится больше. А чё, вы эти не ожили? Сейчас в эквиваленте, мне кажется, будет дамаг увеличиваться. Так, ну чё, кто-нибудь сегодня оживать будет, нет? Или вы ждете, когда... Не хочу проверять. 7? Ну вот и проверили. Ты ожил, красавчик. Спасибо, что живой, да. Новый фильм с Архимоном в главной роли. А вот теперь будет больно. Блять, он нейтриловый стал. Дайте уйти, пожалуйста. На всякий случай я полечусь. Сколько? Ёпты, два косаря за один удар. Ты можешь дашь мне уйти-то? Ну, приплыли. Так, хорошо. Я пытаюсь этих как-то выманить. Нахуй вы так сделали?
Все, всех убил. Сколько тебе там дамага-то? О, бля. Будет весело. Не надо, не рискуем. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Уйди, уйди, уйди быстрей! Давай, 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 дай уйду! Сика! Уйди, 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 уйди! Да ну брось! Да ну брось! Ну чё это за чушь? Да ну я ебал. Мне полсекунды как-то не хватает, значит, чтобы отмереть. Да ты можешь не бить меня, алё! Ай, сика. 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 Я чуть попозже к тебе приду. Чуть попозже. Буквально прям через данж 2. Но я к тебе приду. Так, дальше. Здесь все. За ночь 4 бара прошли. Ты, блять, как этот прям. Как Том из Тома Джерри. И уснул, блять, в метро, да? Потом недели две еще будешь кричать, короче. Нахуй так бухать, не. Больше не пью. Так, здесь-то кто? Сатана. Это тот, который этот самый. Синий такой. Нет, вот к ним. Вот к нему в последнюю очередь пойдем. Это где? Это справа. А я все посмотрел там. Здесь великанша. Во. Во-во-во-во, вот она мне нужна. Великанша. Сейчас посмотрим. Посмотрим, сколько он мне будет наносить. В прошлый раз он меня просто ваншотал. Но он ваншотал меня плечом. Так, ну, я смотрю, в разы меньше стал дамага. Югу. На нахуй. Я лег и все, блять. До свидания. Просто. Просто до свидания. Тебе сколько дамага надо? А то вы заебете меня. Ты чё пришел? Лети дальше. Ты босс, надеюсь? Блин.
Не надо. Пошел ты в жопу. Он так делает, потому что попадает, сука. По мне несколько раз вот. Да завязывай. 300 дамага, блять, он. Не бей, пожалуйста. Красавчик. Это был босс, да. 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 Любопытно. А что тут у нас? Шаровая молния. Говно полное. Не нужно. Я мечник. Ебать, привет. Меч страха. Волшебный секач клана людоедов убивает гоблинов и ящеров с одного удара. Сейчас, внимание, статы. Шестьсот двадцать восемь повреждений. 1% крит и x1. Идеально. Он очень медленный, но очень убойный. Это я тебе 100% говорю. Он очень убойный. Вот сейчас посмотрим. Сейчас прям заценим. Смотри. Ну хорошо. Берем. Ну хорошо. 1148. 2872 дамаг будет. Минимальный. Минимальный. Скорость Б, правда. Очень медленный будет. Ну я бы чисто поржать проверил бы на големе. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Бля, в него не влезает этот моноплоти. Черт. ХП это будет все? Меньше. Да, ХП не влезает. Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну, хоть что-нибудь-то в него впихнуть. Не. Ничего не получится впихнуть. Ну хорошо. Силу только. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну хорошо. А что-то крит не увеличивается? Удваиваю частоту критических ударов. Ну хорошо. Это все? Да, блять, своими отмычками. Чего давай, сделаю, хорошо. Блядь, одну отмычку. Не доебывайся ты мне. Чисто ради любопытства. Чисто ради любопытства я бы попробовал подраться теперь с големом.
Меч Берсерка дадут после того, как я убью голема. Чё это? Ужас ящериц. Когда использует враг. А, он. Точно, он же убивает ваншотом. Ящеры этих. Он очень медленный. Но, сука, убойный. Пока что это самое убойное, что у нас есть, но будет лучше. Голем. Да, голем. Сюда? Нет, не сюда. Или сюда. Не, юго-запад, подожди. Юго-запад это другое. Другое место, да? Дю. Давай. Проверка. Проверка. Раз, раз. Блять, подожди, он что, двуручный? Нет. Щит в руках. Щит в руках. Смотрим. Смотрим, что получается. Ну, весьма неплохо. Медленно, пиздец. Но на нахуй. Поскольку я его убил? По 400? По 300? А теперь, короче, это... По два косаря. Если бы у меня было кольцо на скорость, а такого у меня нету. По какой-то причине. Мне ни разу оно не выпало. Мне кажется, я бы тут сейчас вообще этим тесаком нахуй тут все порубил в капусту бы. Бей, пожалуйста. Мне кажется, меня сейчас горгули завалят. По-любому так и будет. Это как так? Уходи, пожалуйста, оттуда. Ну, пизда, да. Какое оружие? Ну хорошо. Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Какое оружие ты хочешь? Ну-ка, найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Что-то не пошло. Ну ладно. Могущественное заклинание. Ну сейчас что-нибудь придумаем. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Зачем я это пытаюсь прокачать? Ну это, в принципе, снизит урон от всего вообще. Ну, что нам? Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Но мне с ним живучести не хватает. Заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Его очень дорого качать. Понадобится. К примеру. Ну хорошо.
На единицу стоит 1000. Очень дорого его качать. И это понижает процент урона. Ну хорошо. Двое твою силу, повреждение увеличить. Повреждение в смысле по мне? Ну хорошо. Это там не надо. Ну, давай сделаем так. Тут есть что-то у меня. Что-то вроде было, нет? Ну хорошо. Нет, нет, вот так где было-то? В броне, что ли? Которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Прочность. Ну хорошо. Лик и избранник силы. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну конечно. Пробуем еще раз. Ну, возможно, но, блин, а где Митрил-то столько возить? Митрил-то столько я не возьму сейчас нигде. Это мне что, опять сидеть фармить? Голем. Двуручное оружие уже не катит, блин, по-моему. Что-то враги стали лютовать весьма своими станами. Каири, привет, спасибо за хвост. Мяв! Котички. Во. А от Каири сработал хвост, кстати. А Лерт другой был? Кто-нибудь видел? Хе. Ты еще не поменял, все сломал. Так, ну давай. Да, он там это в огне по кругу. Приказан склёва. Так сделать. Я просто сегодня все алерты сломал случайно. Пришлось переделывать все к чертовой матери. Так, ну давай. Первый. Второй. Третий. Пролетел.
Так, зафиксируйся пока там. Пока я этих убиваю. Ну пизда, все. Приплыли. Приплыли! Ты мне дашь уйти? Дай уйти, пожалуйста. Да ну это пиздец. У меня такое ощущение, что мне не хватает там 5 живучести. Потому что я уже успеваю выйти из этого состояния. Сика. Ладно. Ладно, блядь, игра, ладно.